никто не запрещает. А как без сковороды жить? Я не понимаю. Этот предмет нужен. Она спала 23 часа. Ого, почему так мало? Я рано закончу эфир. Иди спать. Я вот сейчас буду заканчивать. В автобусе. Заснешь такой. Храпеть на весь автобус будешь. Чур всякое такое. По-твоему, гривницы и фритюр и так далее. Типа, как будто это не может заменить сковородку в плане дать по башке или там еще что-то. Не так больно. Ну, это я смотрю, как, с какого размаха долбануть. В ванну сначала взяться, хоть не засни в ванной. Капибара, блин. Ребят, чем будете заниматься вечером? Вот я как сейчас выйду с эфиром. Что будете делать? Рассказывайте. Что кто будет делать? Одна капибара в ванну полезет, другой что? Заснет в ванной, если, не дай бог, будете писать. Заснет в ванной, если, не дай бог, будете писать, ждать себя. Чего? Зачем меня ждать в ванной? С волка в капибару. Ну, был волком, стал капибарой. Ну да, они классные. Привет, Караганда. Нет, вы со мной не разговаривали. Добрый день. Ладно, ребятки, я пойду, буду заканчивать эфир. Да, я поржала, когда увидела. Говорит, заканчивать эфир буду, пойду по делам.
зайду ночью, как обычно. Возможно, да, зайду. Очень красиво, как спелое вино. О, как. Денькое, Крис. Все, ребята, всем пока. Блин, написал, пока тебе ТикТок залагал, не хочет прощаться. Все, всем пока, ребят, увидимся ночью, зайду ночью.